Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим об уникальном продукте – футболка с дополненной реальностью. Все то, что нам раньше казалось чем-то фантастическим, наконец-то потихонечку начинает обретать свои очертания в современном, в текущем мире. И сегодня у нас 2019 год, сегодня у нас что только нет, и умные чемоданы, и умные планшеты, и летают квадрокоптеры, и снимают нас селфи-дроны, и камеры 360 градусов, и даже очки с дополненной реальностью, AR-шлемы, VR-шлемы и даже футболки. AR-футболка Virtual T, экскурсия внутрь вашего тела. Эта футболка предназначена прежде всего для детей, которые начинают познавать мир, у детей, у которых уже есть смартфон, и которые не знают, что с ним делать, или для родителей, которые не знают, чем занять своего чада. А своего чада можно занять тем, что подарить ему вот эту футболку, установить приложение и сказать: «Сынок, пора разбираться в своем организме». Итак, что же это у нас такое? Мы можем посмотреть на примере нашего любимого чада штурмовика. Пойдемте. Пойдемте. Итак, мы укомплектовали нашего штурмовика футболкой фирменной. Это у нас размер L, но вы не переживайте, потому что для детей предусмотрели и S-очку, и M-очку. И, собственно, на каждого ребенка и на дядю, на большого тоже найдется свой размер. Дальше мы из App Store скачиваем приложение Virtual T, либо с Google Play для телефонов на базе Android, либо для планшетов, опять же. Запускаем. Изучайте анатомию на теле человека. Чем не человек? Так, расстояние обязательно должно не больше 1 метра и не ближе 1 метра. Продолжить. Я на него навожу. Все, он распознал. Вот у нас, собственно, органы нашего штурмовика. Что мы у него видим? Коснитесь. Дыхательная система, система кровообращения, пищеварительная система. И что у нас там? Мочевыделительная система. Давай посмотрим. Система кровообращения. Вот у нас как бьется наше сердце. Вот у нас внутренности сердца, да, там все желудочки показывают, все камеры. Чем ближе вы подносите смартфон, тем лучше это можно все разглядеть, как он устроен. Кроме того, здесь есть иконка «Померить ваш пульс», и она будет биться в соответствии с вашим пульсом. То есть вы включаете, нажимаете на сердечко, здесь она включает камеру и включает подсветку, освещает вспышку, и она потихонечку начинает мерить. Конечно, там не совпадает с часами, допустим, у меня вот Apple Watch с функцией ЭКГ, но примерно приблизительно, в принципе, механизм работы такой же, он показывает. И вот хорошо, ваш пульс 97 ударов в минуту. При следующем сканировании пульс будет синхронизирован с вашим. То есть он будет биться вот в таком же ритме, как, собственно, сердце штурмовика будет биться в таком же ритме, как и мое сердце. Оно также будет пульсировать. Вот, вот оно бьется 97 ударов в минуту. Видишь, показано 97. И вот оно бьется примерно так же, как у меня сейчас. Мы можем увеличить, посмотреть желудочки, уменьшить и, собственно, 360 градусов проникнуть в кровеносную систему. Двигайте камеру, и здесь еще будет по-русски. И вот мы внутри кровеносного сосуда. Рассказывай. Кровь, хотя и является жидкостью, состоит из множества клеток, у каждой из которых своя особая роль. Здесь вы видите два основных вида клеток. Красные клетки в форме... Прикольно. Все это надо слушать. И, в общем, собственно, когда ребенок будет крутить эту камеру, он будет представлять, что он сейчас действительно находится там в кровеносной системе. Вот они, собственно, кровеносные тела поступают в сердце. Это очень круто. Это вот настоящая как бы революция. Пищеварительная система. Вот можно заглянуть в толстую кишку. Вот она. 360 градусов. Двигайте камеру. И послушать, что же нам расскажет. Здесь, в принципе, сейчас мы в тонком кишечнике. Тонкий именно кишечник. Здесь большая часть пищи расщепляется и всасывается в кровь. Как видите, бы смартфон ни водили, куда бы ни поворачивали, вы чувствуете себя как будто внутри нашего организма. Так как они, значит... Здорово. Собственно, можно также подключить очки виртуальной реальности. Вот они. Либо же использовать маску, там тот же самый Fibrum. Поставили ваш смартфон и одели, и смотрите это не через экран смартфона, а уже непосредственно в очках. Вот так вот головой воротите вокруг тела, и вся информация у вас перед глазами. Привет, меня зовут доктор Главер. Собственно, можно позвать на помощь доктора, и он будет водить по телу рукой и рассказывать полностью всю физиологию. Показывать скелет, нажимать, анатомическую систему, дыхательную. Вот, допустим, скелет нажали, и он сейчас будет рукой вот показывать,
по косточкам, да, вот что каждый кость означает, все это на русском языке. Но если вы русский язык не знаете, здесь можно спокойно включить субтитры и выбрать другой, там английский, испанский, итальянский, немецкий, корейский, китайский и польский. Почему же вы можете вот, стоять прямо субтитрами и не сгибаетесь? Потому что вас поддерживают кости, которые тоже здесь можно достаточно еще круто вывести информацию. И защищают тело. Грудные позвонки, грудина, все это, в принципе, вот иллюстрирует, показывает, где что находится. Вот прям стрелочка показывает, хрящ. Вот так вот выглядит внутри наш штурмовик. Многие мечтали посмотреть, что же у него там внутри. Теперь вы спокойно видите, как он и что из себя представляет. Итак, после нашей экскурсии внутри нашего тела, внутри штурмовика, мы наконец узнали, что же там скрывается, то ли робот, то ли человек. Оказалось, что человек вполне себе человеческими органами, своей системой кровообращения, с сердцем, щитовидной, с желчным пузырем, с пузом, да, с желудком. И даже с толстой кишкой, в которую мы, собственно, погрузились с вами и посмотрели, как она, что она из себя представляет. В общем, это уникальный продукт. Радует то, что он сразу локализирован на все языки всевозможные. Это французский, английский и даже русский, что удивительно. Это приложение удивительное, оно уникальное. И, собственно, оно позволяет раскрыть потенциал вашего смартфона, особенно смартфона вашего ребенка, с новой, неопознанной, необузданной точки зрения, которая для вас еще раньше, лет 10 назад, казалось что-то на грани фантастики. Теперь это все реальность, и радует, что эта реальность еще и стоит недорого, и то, что она с нами, она интересная, она красивая и удивительная. Хотите скидку? Внизу скидка есть. Ставьте лайки, и это мотивирует нас снимать еще больше потрясающих, революционных и фантастических видеороликов. Пока!